термине уже общаемся, но хочу вам знакомить с Эрмине. Эрмине Степанян, ведущий Первого канала Армении, актриса, красавица. Спортсменка. Спасибо. Молодец тебя. Спасибо, я очень приятно, что мы познакомились с Эрмине. Чтобы близко познакомиться с Эрмине, войдите в Инстаграм на сайт Эрмине, ссылка в описании под моим видео. И познакомьтесь с Эрмине в Инстаграм близко. Красавица и душа добрая. Спасибо тебе. Спасибо. У меня теперь, я доволен, что в Армении у меня есть новые друзья. Приятно. Спасибо, очень. Аня-джан. Спасибо. Я сегодня с Эрмине будем проводить классное время. Аня-джан. Да, вы тоже с нами, все вместе, все вместе. Поздоровайся с нашим подписчиком. Джаджан, здрасте. Здравствуйте. Где мы находимся сейчас? В Аштараке. В Аштараке. У Еганянов. У Еганянов. Семья Еганянов. Кто может чуть-чуть, минут, один минут только рассказать? Про Еганянов? Да. И про Аштараке? Недолго, один минут, всего, ну, коротко. Дорогие друзья, мы с дядей Жоржем находимся говори, в Аштараке. Говори, Жорж, сразу. Дядя. Сразу. Да. Мы с Жоржем находимся в Аштараке. Аштараке – это очень старый город. Тут много интересных церквей. Самая старая церковь 5 века. Между прочим, прямо вот там. Вы можете даже вот увидеть, их. Если оператор покажет. У семьи Еганянов, у них погреб очень хороший и много красивых и вкусных вин, которые мы сейчас пьем. И что вы будете сегодня приготовить для нас? Я сегодня буду готовить ягненка в глиняную посуду и в тандире. Этот рецепт я уже придумал два дня, как я думаю, как вкусно приготовить. Mm-hmm. Я не знаю, какой вкус у нас получится, но думаю, что вам поможет. Этот рецепт я... Все! Не буду говорить, да? Все. Ну, а погреб где? Погреб вот пойдем там. Пойдем посмотрим. Давайте пойдем. Спасибо тебе, что рассказали. Я тут в городе Аштарак первый раз, и мне очень приятно с моими друзьями. У меня в Армении каждый раз появляется очень много хороших, красивых друзей. Приятно. Добро пожаловать Добро в Армению. Приезжайте, друзья Джан, в Армению. Кстати, мы будем организовать хороший тур по Армению в августе месяц, фестиваль шашлыка. И у меня есть хороший друг, новый знакомый, я вам расскажу. Он хочет организовать хороший тур и фестиваль шашлыка в Ереване, на Севане. На Севане. Ну, организовано будут как надо, как положено, чтобы нашим друзьям, гостям понравился этим. Говорите. Между прочим, в Армении очень много фестивалей. И фестиваль вина, и фестиваль долмы, и хоровата. Хашлама, да, всего. Кстати, в Армении, конечно, можно очень вкусно покушать и насладиться и ведь, и погодой, и вкусными фруктами. Блюдами, фруктами, и, конечно, людьми. Потому да. Что очень для нас важен человеческий фактор. Мы себя не хвалим, но у нас страна очень гостеприимная. Да, и так как я очень хорошо знакома с семьей Еганян, у меня уже несколько передач было с ними, я сейчас попробую познакомить вас и с винным погребом и попрошу Сетрака, который вот владеет всем этим, еще и винодел, я попрошу Сетрака, чтобы он показал, рассказал, сколько сортов вина у него есть. Хорошо, пойдем. Thank you.
Все красиво, но только что я узнал, что это вам вот, маран сколько лет? 150 лет. 150 да, лет. Да. С Эдхаком потом познакомим. Я только знаю, что вот это его дед. И он? Он основатель всего этого буденадела, и его сыновья, и внуки тоже. Да? Да. Вот. Это как антикварь? Да, это как антикварь. Да. Классно. И знаете, вот можно собой готовить. Да, 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 да. Все, похвалу за это все. А тут можно сесть и... Можно сесть, да, и попробовать вино. Уже попробуй, я уже хочу. Можно, я сейчас устрою. Отсюда. Хорошая идея. Да. Хорошая идея, да, молодец. Вино хранится. Короче, я понял, что вы не производите много вина. Мало. Хорошего должно быть. Да, чуть-чуть. И у них есть виноградники. Да. Там сами они выращивают виноград. И потом уже здесь все обрабатывают. Вот здесь все есть. Все, что спасибо большое. Свежий, да? Тарн-тарн. Свежий. Свежий-свежий. Да? Я думаю, с вами еще будем смотреть видеоролики. Еще. Как я проеду в Армении? Хотя не уходи, чтобы помогать бутылке. А, хорошо, принеси бутылку. Могу закрыть бутылку? Да. Своими руками? Да. Это будет мое. Это будет вашим. И между прочим... И меня... будет храниться тут. Да, я это хотела сказать, что можно оставить бутылку здесь, чтобы вы вернулись еще раз. Вернусь еще как еще раз. Ну? За нас. За нас, конечно. И за наших друзей, кто хочет сюда приехать. Что вы я хочу сказать, кто хочет сюда приезжать, приезжайте, пожалуйста. Это не реклама. Да, 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 да. Это для хороших людей. Я часто здесь бываю, все. От друг семьи и всем. Молодец, Эрмине Джон. Вкус. Угу. Представляете. Сейчас я так покажу, как все выглядит. Спитак исчез, спитак. А я могу сам делать это все? Да, конечно. Давай я сам хочу. Ну, я хочу своими руками. Какой Мартур, как мой Артур делает пики? Мой Артурчик грустный, он там уже... Скучает, да? Очень скучает, он не улыбается, пока я не поеду домой. А нет, это не хватит. И сколько надо? Я не знаю, я не профессионал в этом, сколько, вы сами знаете. Вы знаете лучше меня. Вы хороший, нет? Да, классно. Пит хочется, аппетитно. Сколько тут литров есть? 1000 литров. 1000 литров? Думаешь, 1000 литров. Эрмине Джон? Джон. 1000 литров. Сколько дней мы будем пить с тобой эту бочку закончим? Три дня? Два. Давайте два, все. А потом кто нас увезет отсюда? Два дня пить такое вино, а как будет вообще? Когда закроете, уже это будет вашей бутылкой. Все. Мали. От души сделайте, от души сделайте. А где? Я должен написать у Жоржа. Да. Все, Эрмине, будем пить вдвоем. Вдвоем. Я обещаю, один не буду пить. Сыр от меня. С вином. Нет, не надо. Да? Я трогать не буду. Надо стоять. Да, как хочется жить в Эрмине. Стойте, пожалуйста. И? Ногу вот сюда. А, да. Нет, с этой стороны. Ногу вот сюда. Да. И вот так. Сделайте. Давай еще. Вдвоем, раз вдвоем будем пить, вдвоем. Будет вдвоем. Неудобно просто. Да? У меня еще что? Одна будет. И здесь. Ага, давайте. И все? Не-не. Вот. Ох, молодец. Я раз в жизни закрываю вино. Ничего себе. Вот. И потом? И это уже. Это уже мое, да? Это ваше вино. Спасибо. Merci beaucoup. О, merci. Нравится, нет? Теперь я имею свой собственный вино.
Да. Мы обязательно в течение дня напишем. Да, что пришлите это, но... меня в Инстаграм это. Да, хорошо. Из семьи Иганьяна, да? Да. Да. Но бренд я хочу вашим подписчикам сказать, что Иганьян – это наши друзья, это не наш погреб, потому что, может быть, если я так рассказываю, показываю, многим покажется, что это мой погреб. Нет, вы сказали, что это ваши друзья. Да, но теперь стали мои друзья. Наши друзья. Наши друзья, да. И наши. Спасибо. Все. Снимите красивый фото вместе. Да. Туда, человек не думал, пошли не другому. Туда. Остались. К мосту. Нет, мы сегодня тут останемся. Я хочу еще наш оператор показал, какие тут камеры. Хорошие. Спать хочется. Понятно? Чистый воздух. Давай договоримся сегодня с тобой. Да, самое красивое, когда утром просыпаешься и можно выпить кофе прямо на природе. Да, друзья, Джон, все, ты меня удивил. Я, наверное, брошу Европу, приеду в Армению. Мне это все из-за армейских строений. Мне давно пора. Просто мне надо получить гражданство. You have no problem. Нет гражданства. Будет. У меня тоже не было. Через год получила. Нет, год не хочу. Хочу быстро. Монтаж. У меня двойное гражданство. То есть от российского можно не отказываться. Вот случайности не случайны, наверное. Как вчера встретились, я о Кристине знала, конечно, но вот чтобы будем все вместе, вот это уже хороший, конечно. Я очень хотел, чтобы Кристина была с нами. Кристина наш хороший друг, блогер, у нее очень много подписчиков в Инстаграме, скоро будет миллион, Кристина. Будем отмечать. Будем отвечать. Ну, кстати, не, подождите, я буду тут. Хорошо. Папу скажешь, барашку режет, я приеду. Обязательно, в августе. А, в августе я буду. Должны уже. Отмечать будем вместе, значит, так, Кристина? Хорошо, договорились. Удачи тебе. Спасибо большое. Кристина, скажи, как называется ваш страница в Инстаграме? Кристина Сгибнева. Кристина З. Кристина З можно набрать. Я ссылку поставлю под видео в описании. И тогда с Кристиной будете знакомы. Классно готовить. И очень красиво говорить на русском языке. Спасибо. Какие красивые. А я нет, я не говорю так хорошо. Ну что, поехали. Друзья Джан, все, вы знакомились с нашими друзьями, сколько смогли, да? Я вас приветствую еще раз и буду вам знакомить с нашими агрегентами. У нас ягненок. О, какой красавчик, да? Этот, ягненок, короче, мясо ягненок. Вот основная, у нас специй не будет много, овощи есть и сушеный томат, как я в Армении. Я это первый раз вижу. Я вчера готовил такое блюдо. Вы увидите на другом видеоролике. Нет, до этого вы увидите, что я готовил с ними. И крапива. Крапива свеженький. Ну и зелени там. У нас много зелени тут. Но все равно отсюда мы берем только 1-2 головки лука.
Остальное будем на шашлык. О, вот это овощи на шашлык все будет. У нас будет шашлык еще. Сегодня, короче, друзья Джан, для этого нам специй тоже нам много не нужен. Черный перец, красный молотый перец и соли, да? Все. Может, буду использовать такой красавчик базилик немножко. Все, теперь будем рубить мясо и продолжаем. Я вам буду показать, какой прекрасный рецепт. И этот красавчик пойдет в тандире, да? Ну, этот рецепт я вам сразу скажу. Я знаю, что вы будете спросить, Жорж, это только в тандире, а у нас тандира нет. То же самое рецепт будете готовить в кастрюле и на газовую плиту. Или в духовке отправите. Ну, время я вам все скажу. Теперь будем рубить мясо. Так, друзья Джан, теперь уже начинаем приготовить. Мясо принесли, нам уже отрубили. Теперь я приготовлю немножко курдюка. Курдюк нам нужен. Обязательно тут нужен курдюк, чтобы вкусно было. Вот и курдюк, на это, я попал на точно на хвостик, да? Где там самый вкусный момент. Все. Все отлично. Теперь начинаем наше приготовление, друзья Джан. Давай, пускай это будет с этой стороны, а вот так. Так, у нас есть картошки тут. Я знаю, будете говорить, что Жорж, почему картошки не добавил. Мы сначала, я думал, что будем добавить, но в этом случае не будем. Нам нужен побольше мяса сюда. И вот, первую очередь. Вот жировая сетка готов. Держите в теплую водичку, и он раскроется. Самым внизу курдюк, да? Брат Джан, нам нужен твое белое вино, а, сюда. Конечно. Стакан хватит. Ну, не обязательно вином добавлять, ну, можно и водички. Но в моем случае теперь хочу добавить вино. Вот так раскрывать жировая сетка и по бокам. Вот так. Вот так, 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 так. Жировая сетка, кстати, я еле нашел, и он не очень хороший для меня. Не то, что не про качество, он порванный весь. Ну ничего, исправимся. Хорошо. Вот это сюда. Вот, друзья же, на дно будет лук, да? Слойки, короче, будем собирать слойки. Потом сразу же слойка делать будем сушеный томат, он уже помягче стал, потому что мы промокали воду, да? И вот так, так. Ну, вы все видите, да? Вино есть уже? На лимонад? Ох, Джон, это все. Вот, друзья Джан, теперь складывать мясо сюда. Вот хорошие куски выбирайте. Мясо не обязательно с какой части. Любой. И мякоть, и косточки можно. Но я положу те куски, которые мне не нужны для, не нужны для шашлыка. Вот, допустим, вот это. Так. Так. Так, друзья Джан, теперь. Посолить, по чуть-чуть, да, по вкусу, хватит. Жорж, хватит. И поперчи, друзья Джан. Это застрял, что ли? Нет, нормально. Теперь самые основные овощи. Крапива, да? Крапива, кстати, очень вкусно идет, крепкий тоже. Заправляйте хорошо крапиву. Крапива у нас промита уже. И все. И вот. Теперь еще раз сушеный томат, да? Томат, помидор, да?
Томат из Франциского, я говорю. Ну, здесь тоже говорят томат или нет? Лёлик. Лёлик, да? Нет, нет, томат, слово томат пользуется или нет? В основном говорим, да, помидоры. Помидоры, да. Ну, я всегда и томат, и помидоры, это все одинаково. Так, друзья, Джан, теперь паприка. Самым середина морковка, да, все. Мне жалко, что мы много не поместится. Этот красавчик должен быть очень вкусно сегодня. Так, друзья, Джан, теперь снова мясо, да? Нам нужно немножко теста в конце, когда крышку закрываем, чтобы тесту подклеить, да? Этот блюдо вы готовьте, я вам обещаю, что вам понравится очень, да? У меня чуть-чуть курдюк есть, сюда я добавлю и все, да? Так, вот, нет, это нет, вот это лучше. Да. Вот. Еще раз. Ну... Друзья, Джан, вы поняли, да? Слойки поднимаемся наверх, да? Уже. Еще морковка чуть-чуть. Еще паприка. А по вкусу вы можете добавлять острый. Но сегодня я острый не буду делать, потому что у нас много женщин. И дети. И дети. Может, не будут кушать. Все, все, все. Ну, конечно, побольше помидора, да, сушеный. Так, еще раз мясо, у нас место есть, да? А нет, извините, крапива. Крапива так хорошо и для здоровья, и очень вкусно. Я сказал, да, можно приготовить рыбку с крапивой. Но если вам нужен такой рецепт, я, конечно, приготовлю. А, Кристина Джан? Оригинально. Спасибо. Я выберу пока те кости мяса, которые не для шашлыка тут. Вот тут все красивые мясо. Ну вот ребрышки вот сюда. Еще один слой и сверху будем посолить, да, еще? Каждый раз посолить не стоит. А когда сверху мы сделаем соль и уже нормально, он будет впитываться уже. Ой, это что? Нет. Все, да. Теперь посолить конкретно тут, да, все. Красный перец еще. Так, все овощи, что у нас есть, им цибуля. Я говорю цибуля иногда. Мне нравится это слово цибуля. Цибулка. Все, что... На польском и на украинском то же самое. Весь томат сюда, друзья, Джан. Спасибо, передайте всем привет от Джорджа, друзья, Джан. Все, да? Все, ох, какой красавчик у нас получился. Сверху уже крапива, друзья, Джан. Как думаете, крапива вкусно будет или нет? Очень даже, да? Очень. Нет, мяса больше не буду. На шашлык не останется. Да, аромат еще. Где, 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 где? Не, все, хватит. Чуть-чуть, да, соли? Уже чуть-чуть, да? И соли можно всегда добавлять, а когда много... Надо промыть блюдо, да? Все, черный перец. Видели? Так. Все. Теперь закрываем, да, так? Жировая сетка. Закрываем. Закрываем. А где наше вино, Джон? А вот так. Вино. Очень вкусное вино. Ну и... Грамм 150, да? Даже... Нет, 150, вот теперь 150. Все, а этот красавчик пойдет в тандире. Я сказал, если у вас такой возможность есть готовить в тандире, готовьте в тандире. Если нет, тогда в духовке.
А в крайнем случае в кастрюле на газовую плиту без проблем. Но варить нужен 1.5 часа на 200 градусов, медленно будет. Отлично. Теперь я хочу закрыть тестом сюда. И этот красавчик будет стоять сейчас возле тандыра, пускай нагревается немножко, да? Чтобы температура, потом, если сразу в тандыр, может и лопнуть. Тогда в этом случае будем кушать жареное мясо. Можно тесто взять прямо оттуда? Да, я возьму и оттуда. Ну, там же, на месте же сделаем, да? Хорошо. Все, я украл. Я украл тесто, да? Аниджан? Ты молодец. А, чтобы это... Хлеб ты хорошо раскатал хлебушка. Лаваш. В первую очередь мы туда по бокам складывали жировая сетка баранина. Потом снизу курдюк, аккуратно я сложу. Потом я добавил лук, да? Потом посолил, крапива еще раз посолил и добавил морковки. Морковка у нас стала посередине, в первую очередь. И то, что я назвал, все это по очереди. И паприка. И по очереди мы подняли, да? Вот все. Сейчас моя душа будет греться, и там у вас получится очень вкусный шедевр. Хорошо? Дай Бог. Херминеджан. Сейчас этот красавчик, что я буду делать, это называется бркуч. Лучше не бывает. Нет, подождите, сначала я. Нет, всем. Это... Самый вкусный сыр. Как это делать? Это настоящий бркуч. В нем мяса не должно быть, сыр и, конечно, свежий зелень, да? Обожаю это, друзья, да, это лучше не бывает. Вот такой красавчик у нас получается. Наш красавица, комсомолка, наконец-то наш Эрмин. Пожалуйста, приятного аппетита. Так, подожди, не смотрите там, что вы думаете. Друзья, Жан, все, мы уже закончили. Наш шедевр готов.
это надо доставать все. Кристина, там запах идет или нет? Нормально доставать это вообще. А, сок есть даже там.